этой неделе, 10 мая, уже будет боксировать Ариола и Стиверн по, за WBC. И, в принципе, уже можно договариваться будет после этого, наверное, о объединительном поединке. Это будет матч-реванш. И ребята эти боксировали. После поражения Ариола провел еще один бой, одержал победу, а Стиверн ни одного поединка не провел. И если брать букмекеров, то там такое редкое, в общем-то, редкое состояние, когда ставки равны. 1,9 на обоих соперников, это такое очень редко бывает. И мне тоже, честно говоря, 50 на 50. Я все-таки думаю, что Стиверн фаворит, с учетом того, что он победил в прошлом бою. Но все зависит от Ариолы, как он подойдет к этому матчу-реваншу.